Сань, тебе что, брат? Мне лимонадика, Владимир Иванович. Дружно. Не, не надо. Сам выберешь. Да напиток возьми, баночку и хватит. Сам выберешь. Я понял. Здравствуй, Оль. Оля. Не закрывай. А что, колбаса есть? Не закрывай. Давай. Всю. Вот такой, Владимир Иванович. Возьмешь? А? А сколько он стоит? Да сколько, полтинник, наверное. 57. Ты Озерской? Ты ж брал уже. А, полковник? А? Ты ж брал уже колбасу. И тебе прислали там. Я уже на 57. Гуля! Сырокопченая, фирменная, давай колбасу. Это мне, да. Это мой напиточек. Да. Три кофе и две картошки. А тебе что взять? Да взял же уже баночку, хорош. Вот, водичка пойдет. 513. Всем бонжур, друзья. Мы снова в Центральном. Подписываемся на канал. Канал у нас в Ютубе один. Вот этот канал. Скоро будет 100 тысяч подписчиков. Зарису, Ольга, нету. Присоединяйтесь, всем рады, подожди, всегда. Подожди, подожди. Ну и не забываем про Телеграм, Инстаграм, ВК, Одноклассники. 13, да? Во всех соцсетях найдете. Также пишите в личку, всем отвечу голосовым сообщением. Так проще, так быстрее. Здесь всем не ответить, сами понимаете. Где сообщения открыты, по всем соцсетям можете написать. Да. Пакет взял? Что, в руках понесешь, дядь Вов? Пакет и две буханки хлеба. Ну да. Черную и белую. Поедим сегодня как положено, Саня. Как положено, Владимир и Иванович. И бутылочку сейчас возьмем, да? Не, бутылочку брать не надо. Без бутылочек, Владимир Иванович. А как же? Зачем она тебе нужна, бутылочка? Бутылочка по праздникам. Светка приедет, с ней врежете. А куда деньги девать? Да в карман ложи. В карман? Ну? Сейчас поедем за 60 рублей, ерунда. Два кофе и две картошки. Буду брать три. Ну, три, значит, три. Ты тут считала? Да, а я... Пресса. Привет, Лен. Вот, Лена, угости кофейком, Владимир Иванович. Не надо, я на день рождения еду, у меня сын день рождения. Да? Да, я сейчас торт забираю. Ой, я поздравляю, торт? Мы присоединяемся с наилучшими уже, пожеланиями. Да, спасибо, дай Бог здоровья крепкого. Спасибо. Пусть растет и радует маму. Да, да, уже большой, уже 5 класс идем. Я не буду кофе. Две картошки, Ольга. Ну ничего. Колбасу чуть не забрал. Ну да. Сейчас. Держи. Пакет же, говорю, надо было большой взять с ручками.
с ручками пакет, и все нормально будет. Ну все, мы перекусываем и едем дальше. Продолжение в телеге, инсте. Все ссылочки здесь в описании, в шапке профиля. Справа от доната стрелочка. Нажимаете на нее и попадайте на все наши рабочие соцсети. Также ссылка в закрепленном комментарии оставляю. Присоединяйтесь, друзья, всем рады всегда. Буханку черную и буханку белую. И пакет только. Лен, давай, пока. Ага. Всего хорошего. Спасибо. Ой, блин, давай, помогу. Давай. Ага. Оба. Спасибо, Саша. Давай, Ленок, давай, пока. Ага. Упаковал? Вот, вот она нам дала номер телефона Сбербанка. Посылочку получили. С города Михайлов. Рязанской области. Ждем загрузки. Наверное, здесь постоим, да? Жарко, потому что на улице, дядь Вов. Че молчишь, ваше благородие? Че? Че за мысли тебя кофе посещают? О чем думаешь? Сергей приехал? Нет, еще не приехал. Робот сейчас на вызов съездит и приедет. Мы как раз кофе допьем. Здрасте. Всем, кто трапезничает, приятного аппетита вместе с нами. Всех обнял по-братски. Успеваем? Угу.